Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня будет очередной тест героя с 20-м прорывом. Многие просили показать вам ведьму. У меня тут имка появилась, ну, герой на архе. Я их докачал, кого еще я вам такого интересного не показывал. Крот, ведьма. В принципе, вроде остальных всех показывал. Афинку тоже. Воронку показал. Ну, в общем, пишите комменты, кого вы хотите увидеть. У нас сегодня обзорчик на ведьму. Сейчас мы ее сделаем с каким-то интересным талантиком. Возможно, сделаем ремочную. Как вариант. А руны не поставим, это она будет сразу включаться. Можно будет другие варианты поставить, попробовать. Потом давайте так и сделаем. Поехали ловить Еремку. Думаю, тут Еремка быстро приходит. Герой, где использовать, в принципе, я вам рассказывать особо и не буду. По локации ремочный вариант. Архидемон однозначно для ДПС. А по локации там забытая. Будет выносить нафиг всех. Тем более с такой прокачкой. СО. Ничего себе. Смотрите, как здесь талантики дают. Неплохо. У меня она последнее время чисто для архи. Я ее больше нигде не использую. Хотя, в принципе, можно. Потому что герой действительно очень-очень хорош. Так, ну давай уже. Теперь сыпет просто и все. Каменька. Беха. Так, ну не хочет вообще, что-то печалька. Обычно здесь ремки падают через раз. В принципе, можно и с бастом прокачать, она будет оптимальная. Вот, отлично. Почему ремка? Потому что как бы, она долго жить все равно не будет. А для PvP локации, чтобы она включалась, плюс от стана, там железку поставить или какой-то другой талантик, это будет неплохой вариант. Так, ставим сюда порочный пакт. Что мы имеем? Атаки, как видите, свыше 30, как и у всех героев, это дофига жизни, в принципе, относительно неплохо, тоже немало. Плюс у меня тут пиромах, конечно, стоит, можно было бы что-то другое собрать на 12-м. Встроенный у него, видите, бог войны еще наносит. Да, он, конечно, у нее не маленький. Ну, так, в принципе, герой наносит неплохо урона, снимает бафы. Ну, в общем, сейчас посмотрим на это все в действии. Поехали, давайте начнем с рейда. Там у нас Рудик стоит на ней. Ну, в принципе, нормально. Бьет она из здания, героя, в общем, она бьет все. Поэтому тут, опять же, ее в основном тестировать надо на PvP локациях. Нету там юнитов, башен, потому что в рейде это... Это печалька сейчас будет, вы увидите, поймете почему. Ну, думаю, в PvP локациях она однозначно будет там шотить. Прилично причем. Ну, нереально сейчас базу какую-то найти нормальную. И ударить даже смысла нету через рейд бегать. Давайте начнем, наверное, с экспедиции. Поехали в экспо. Так, экспедишн. И поехали, ставим ее. Так, ну тут, конечно, будет долго все, вот так вот она бьет. Ну, смотрим на героев. Ну, я думаю, они тут будут просто исчезать сейчас. Нас заблочили. Сейчас ее череп просто ушатает, так оно и случилось. То есть, как видите, для таких локаций, ну, герой вроде и крутой, классно все, но... С
смысла от нее здесь. Когда пачка будет, да, это будет одно. Но когда вот так вот она будет бегать соло, это немножко не то. Так, ну давайте попробуем. Все-таки интересно посмотреть на урон. 20-й прорыв, как-никак. Можно было бы, конечно, Анубисом зачистить, но не героев сорвет. Вот опять что же, плохо сейчас. Подойдет она вплотную к героям. Так, Одер. Вот смотрите, была Дракула. Хотя нет, она, конечно, шатает круто. Ну, то, о чем я говорил, что герой в такой локации, ну, не актуален. Он актуален в PvP-локациях. Поехали. Тут сейчас будет весело. Так, Дима. Поехали. Проверим. Проверим прочность твоих героев. Вот так вот, ребятушки. Мега круто. Сразу же Венлис ушла. Ну, давайте еще разок. Ну, конечно, ладушки. Единственный вариант, да, тут надо ангела ставить сейчас. Давайте ангела на нее поставим, чтобы у нее был щит. Ну, плюс у меня, видите, пониженный получается. Дев. Делаем так. Но сейчас она не должна, в принципе, пропасть. Я думаю, тут, конечно, смотритель без вариантов. Нет, просто без вариантов. Делаем другой вариант. 3 секунды, в принципе. Сейчас мы поставим сюда выживание. Оно должно заблокировать. Посмотрим. Вот поэтому и ремка, из-за чего я качаю ремку, для того, чтобы можно было ставить разные таланты на нее. Вот отлично. Теперь она бах, и посмотрите, как она красиво там просто ушатала, да, они сразу же пропали. Конечно, против пачки вариантов тут особо нет. Давайте тут попробуем. Против малыша Ника кто кого? Дуэлька. Так, малыш Ник нас подставил. И тут сейчас только... Опа! Но она тут будет считать однозначно с плюшки. Я не знаю. Это опять же немножко не та локация. Здесь она тоже уже на сегодня не актуальна. Тут такие герои есть. Смотрите, энергию забрал стрелок и все. Так вроде держится, как видите, но... Миссует по ней, но это немножко не то. Случайно вышел. То есть, опять же, арена это не ее. То есть, нету смысла заморачиваться над героем для вот этих локаций, которые я вам показываю. Давайте на подземку пойдем. Еще здесь тесты, пойдем на... Ну, куда нам надо? Ну, в принципе, на Архидемона я вам и так уже ее не раз показывал, думаю... Смысла нет, а вот здесь еще посмотрим. За счет тыкова, которые делают забор, она, конечно, классная. Все, ну посмотрите, все равно, посмотрите, как она проседает. Вот сейчас ее станет, она просто тупо стоит на месте. Наконец-то она ударила. По-моему, пиромаха. От пиромаха больше толку, чем от нее. Ну, стан проходит, надо ей слона ставить. Тыковки взрываются, конечно, прикольно.
О, нифига себе урон. Пламенка. Ну, то есть, опять же, здесь герой не актуален. Единственное, там ему добавить кучу всего, но смысла нет. Раньше, конечно, она была очень крутая. Так. То есть, как видите, здесь тоже она не особо тащит. Это при том, что мы были с выживанием, ребят. Вот так вот. Так, хорошо. Попробуем другой вариант. Ну, опять же, тот же на урон. Чисто на урон. Идем дальше. Оживили. На волнах тоже смысла нет. Есть вариант лабиринта. Вот такие вот локации. Поехали, забытые. Тут она должна нормально себя показывать. Можно, конечно, вместо ангела поставить, чтобы ее не станили. Давайте поставим ей, наверное, струна. Вот так вот, чтобы стан по ней не проходил, потому что она очень уязвима, чтобы она сразу же кинула ульту. А, так, вот тут она должна выносить, по идее, хорошо. Либо сейчас будет убиваться аватар жалки. Одну из двух. Поехали, посмотрим. О, тут. Сейчас нас просто то, о чем я говорил. То есть она должна быть в пачке, в команде. Если она у вас будет соло бегать, ну это реально немножко не то. Что вообще печально моих раздают. Надо было их пособирать. Так, ну смотрим. Вот Фрея просто не дала подойти. И ты ничего не сделаешь. Что бы ты там ни делал, просто шатает на раз-два. Это печально. Как видите, вообще без вариантов. Давайте кого-то попроще попробуем. Ну, то есть даже здесь она уже с 20-м прорывом не настолько, вот посмотрите, просто раз и все. Она уже не настолько актуальна, она просто даже не добегает, насколько уже прокачки героя. Конечно, я в топе воюю, то есть это немножко другие герои, но опять же, востребованность на низших левелах, конечно, она будет. Попробуем кого-то попроще найти, но вот в таких вариантах она просто, ну, не знаю, это не то. Это не тот уровень уже, который должен быть. Видите, сливают без вариантов просто. Что-то вроде попроще. Попробуем, может, тут. Ну, тоже сейчас ушатают. Даже ударить дали. Или она там ударила. Печально все, ребят. Вроде, казалось бы, 20-й прорыв должен ее там вытаскивать. Она должна их тут всех шатать. К сожалению, как видите, вариантов. Ужас, все какие-то злые меня сливают. Посмотрите, английский сервер. Больше лотников, чем это, чем обычно. Давайте еще против брони. То есть здесь опять фигня получается. Ну вот, нету ее. Просто нет. Это при том, что, ну, можно с бастом, конечно, вкачать, но с бастом все равно это не особо, думаю, решит проблему. Вот давайте здесь попробуем. Вот это единственный вариант, который еще возможен, это в моем случае, это вот древний. И так со многими героями, которые вроде, казалось бы, круто прокачаны, ну, убилась, просто убилась об отражалку, судя по всему. Урона много, жизни мало, и все, она просто шатается. То есть, как видите, 20-й прорыв на ведьме.
чисто для архидемона и не более того. Дальше смысла нет вливания таких ресурсов этого героя. Есть герой намного круче, интереснее, чем он. Да, она дамажит все дела, но она должна работать в пачке, это раз, во-вторых, просто будут сливать. Как бы вы ее ни прокачали, это вас не спасет. Вот, убилась об отражалку. Малейшая отражалка, и она себя шатать будет. Особенно если скиллом с руки еще, возможно, она не так будет. Но если скиллом, однозначно она себя убьет. Ну вот это типа архидемона с топором. То есть что-то типа в этом роде. В общем, вот так вот. То есть, как я вижу для себя, например, для меня, вот на сегодня это чисто архидемон и не более того. Возможно, там еще там боссы разные, чтобы набить побольше, побыстрей. Гоблины те же самые. Ну а так, в принципе, это реально пустая трата у вас ресурсов будет. Я думаю, многие ее не прокачают. Это чисто те, у кого есть возможность. Вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.